Систему орошаемого земледелия в Украине будут восстанавливать на основе инвестиционных проектов. Таких земель у нас 635 тысяч гектаров. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко. Основой каждого проекта должны стать капельное орошение или низконапорные дождевальные системы. На первом этапе реализации каждого проекта государство гарантирует льготные тарифы на электроэнергию. Цитата. Эффективность орошения и окупаемость инвестиций будут обеспечены при условии выращивание на орошаемых землях высокорентабельных культур по новейшим агротехнологиям. Конец цитаты.